Ой-я. Какая куколка тебе попалась классная. Вау. Ты с ней будешь спать? Да. Классная куколка. И русалочку нашла, да? Да. Давно это... не играла и нашла? Ух. Да, это я сделала из хутора. Мама, перед тем, как спать, можно я тебе кое-что скажу? Да, что случилось? Почему, девочки, мне так и не устроит этот квест? Когда нам бутылку с тобой подбросили, когда мы вернулись из Турции, нашли, да? Ты про это? Да. Зайка, я просто забыла видео на YouTube добавить. Ну хорошо, зайчик, давай, я добавлю это видео. И, возможно, кто-то к тебе придет и сделает для тебя квест. Тебе будет очень весело, да? Угу. Сделайте какую-нибудь загадку, сюрпризик спрячет. Окей. Ребята, всем привет! Представляете, мы только что вернулись из Турции и нашли у себя под забором бутылку с письмом. Почитаешь? Давай. Иди сюда, доча. 27 августа. Дорогая Лиса, завтра в 16:00. Мы хотим устроить для тебя квест. Завтра в это же время у тебя за двором. В Туях будет лежать загадочная карта. Желаю тебе успехов найти удачный клад, Мими Лиса. Так, пойдем в Туи. Да. Пойдем? Искать сокровища. Пойдем. Вот не поверите, ребят, мы только-только зашли домой. Даже чемоданы не распаковали. Пошли. Русалочки. Помогать нам будут русалочки. Мама и дочь. Пошли? Пойдем. Здорово, да, Лисюня? Надеюсь, что это что-то интересное. А я надеюсь, что там что-то. Так. Вот эта бутылка с красной крышкой. Пока сюда мы ее сложили. В Туях. Давай искать карту в Туях. Девочки сказали в Туях. Сейчас посмотрим. Может, она где-то здесь? В Туях. В Туях. Нету? Ничего нет? Какая-то, наверное, будет карта, как бумажка. Может, здесь? Так. Смотрим внимательно. Алис, я ничего не нашла, а ты? Я тоже. Пойдем еще хорошо посмотрим? Пойдем. Может, в маленьких Туях? Да. Но что-то не видно. Не видно. Они не густые и хорошо видно, есть там что-то или нет. Загадочная карта. Я нашла только какую-то упаковку от Сникерса. Не похоже это на карту. Так. Да. Нет, нету. Может быть, уже кто-то забрал? Давай последний раз просматриваем. Не, мам, никто не мог забрать. Никто не мог? Нет, нету. Это же до меня. Как так-то? Мама, никто не может забрать. Жалко, да, Лисюнька? Мама, давай посмотрим, не будем сдаваться. Не будем сдаваться? У тебя, там написано было, у тебя за домом. Пойдем вон там, вот там посмотрим. Пойдем. Это же тоже у нас за домом. Угу. Да нет, тут все гладенько, чистенько. Алиса, смотри, у нас здесь убирали сорняки, пока нас не было. И, похоже, уборщик нашел нашу карту. Не, мам. Нет? Что делать будем? Мама. Давай это видео разместим на нашем канале. Девчонки увидят и сделают для тебя новый квест. Мама, давай не буду. И сколько мы будем ходить искать? Ну, тут нет ничего. Мы уже далеко ушли. Нету, нету, нету. Мама, лопай еще. Нет, нету. Но куда искать, если нет? Мама, есть.
Ребята, Алиса не сдается. Говорит, мама, есть, давай искать. Может быть, там записку перекинули, эту карту? Так, нужно хорошо просмотреть все у нас на территории. Алиса, я нашла твое яйцо. Шарик какой-то. Так, что это такое? Алиса, это же яйцо. Ну где карта? Мам, давай поищем. Нет, Алис, нету карты. Есть. Лисюня, смотри, пока нас не было. Засохла одна туечка. Бедняженька. Нужно скорее ее полить, да? Может, она еще отойдет? Потому что она, ну, не сильно сухая. Веточки еще такие живые. Может, получится ее отлить? Что за сюрприз? Так. Я уже вижу твой камушек. Ну все, ребят, мы уже начинаем искать всякую ерунду. Мою, да? Да. Девчонки, мальчишки, те, кто нам сделал такой сюрприз это, с бутылкой. Вот так, что вам скажу. Ребята, вы можете где-нибудь положить у нас дома, вот через этот забор положить, и то мы не найдем на улице там уборщика у нас. Вот, уборщик все, наверное, убрал, да, Алиса? Да, можете у нас здесь, пожалуйста. Ребятки, те, кто хотел для Алисы устроить квест, устройте его, пожалуйста, еще раз. Да. Алисе, Алисе очень понравилась эта идея, она с удовольствием поиграет, да, Алисе? Да, я согласилась, давайте уже дома будем делать. Мы теперь дома, да, мы уже приехали, ребята, поэтому ждем от вас квеста. Ребята, если хотите к нам в гости, то мы живем вот здесь. Давайте вечеринку устроим у меня дома, выходите ко мне сюда. Но для начала мы ждем квест, да? Да, да, начнем. Чтобы он все-таки состоялся. Да, мы ждем. Задумка классная. Да, мы ждем для начала квест, а потом, если мы найдем этот квест вот здесь у нас дома, ребятки, то мы вас пригласим. На вечеринку. Да, ну, если мы найдем, все равно... То все равно пообщаемся, да? Да, пообщаемся, пригласим вас, то, что я не хочу вас обижать. Да, да. Поэтому всем пока-пока. Пока-пока. И подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Да ты моя умничка.